Коллеги, всем добрый вечер. Через 2 минуты мы будем начинать нашу встречу. Пока давайте несколько организационных моментов. Пожалуйста, проголосуйте, нажмите на огонек внизу вашего экрана, если вы меня слышите и видите сейчас. Проверим. Да, вижу, что есть. Угу. Есть контакт. Отлично. Спасибо большое. Ну вот в процессе нашей встречи можно таким образом реагировать и делиться вашими эмоциями во время выступления наших гостей, спикеров сегодняшней встречи. Мы будем видеть вашу реакцию, и это тоже нас будет поддерживать, потому что формат онлайн-общения, он такой не совсем интерактивный, как нам хотелось бы, да, и как мы привыкли. Кроме того, сейчас, прежде чем мы начнем, еще один момент. Вашими эмоциями и какими-то впечатлениями можно делиться в чате, вот там, где сейчас вы активно пишете и здороваетесь, мы видим, какие регионы, какие к нам школы подключаются. Этого можно не делать, мы сейчас не проверяем явку, но если вам хочется поздороваться с коллегами, то, конечно же, это можно сделать. Если у вас будут появляться вопросы к нашим гостям, спикерам во время их выступлений, их можно писать во вкладке «Вопросы». Это ярлычок, вы его видите вверху вашего экрана с правой стороны со знаком, с вопросительным знаком. Туда я вас очень прошу фиксировать именно вопросы, потому что мы будем по ним проходиться в течение всей встречи. На какие-то вопросы мы постараемся ответить устно, на какие-то вопросы будем отвечать письменно во время нашей встречи сегодняшней. И чтобы они не терялись, пожалуйста, публикуйте их там. И, пожалуйста, не публикуйте там просто какие-то эмоциональные суждения, чтобы мы не терялись в потоке нашей дискуссии. Участников много, возможно, что будет много вопросов, поэтому лучше делать это в разных местах, на разных площадках. Если будет пропадать звук или будут какие-то технические сложности, то тоже про это, пожалуйста, в чате пишите, для того, чтобы мы успевали вовремя прореагировать и как-то вам помочь или перезапустить площадку, если вдруг что-то пойдет не так, но я очень надеюсь, что у нас все пройдет успешно. Ну что, время 17:31, я думаю, что мы можем начинать нашу очередную, но в этом 21-м году первую встречу лидеров образования, которую мы назвали «Встреча лидеров образования. Практика». В этом году мы разделили все наши встречи лидеров образования на несколько форматов. Раз в месяц мы будем встречаться с вами и обсуждать какие-то широкие, общие темы, важные для системы образования, для развития нашего общества, приглашать разного рода экспертов на наши встречи. И также в течение месяца мы будем с вами встречаться и говорить, обсуждать практические вопросы нашей с вами совместной работы в рамках проекта «Сберкласс» и освоение персонализированной модели обучения. И вот февральская встреча, она у нас носит такой очень практический характер. Нам хочется сегодня с вами поговорить о персонализированной модели образования на школьном уроке. Мы понимаем, что этот вопрос остается актуальным для всех учителей-предметников. Часто к нам этот вопрос возвращается, много рассуждений о том, а как же эффективно использовать время на уроке, как все успеть, как перестроить урок из традиционного, как использовать в школьном процессе платформу цифровую, сколько времени уделять и так далее и тому подобное. Достаточно много практических и понятных, но тревожащих учителей вопросов, о чем мы сегодня и поговорим. Но прежде всего разрешите представиться мне, тем, с кем мы еще не знакомы, и представить наших гостей сегодняшней встречи. Меня зовут Ольга Солдатова, я курирую программы обучения и сопровождение школ проекта «Сберкласс», и, ну, вы можете видеть меня в
по моим ответам в предметных чатах, по встречам на вебинарах общих. Как правило, я слежу за тем, какие вопросы вас беспокоят, как движется наш процесс совместного освоения программы «Сберкласс». И со мной сегодня гости практики, и я спешу их представить. Прежде всего, конечно же, это Елена Ивановна Казакова, профессор, доктор наук, наш научный руководитель, автор персонализированной модели образования на Сберклассе. И сегодня мы с ней в том числе поговорим о том, что же такое урок в ПМО и вообще урок ПМО, модуль, как правильно, на что ориентироваться, спросим ее мнение. Кроме того, сегодня с нами вместе Екатерина Андреевна Калачикова, руководитель дирекции образовательных программ в сфере культуры и искусства Департамента культуры Москвы, но человек, имеющий непосредственное отношение к проекту «Сберкласс». И Екатерина Андреевна поделится своим опытом работы с авторами контента, по какому предмету и по какому профилю она расскажет. Мы послушаем ее точку зрения. И, кроме того, сегодня с нами ваши коллеги, это учителя из школ. Я рада представить Екатерину Аркадьевну Гончарову, учителя истории и обществознания из гимназии номер 12 города Липецка. Екатерина Аркадьевна уже участвовала в наших вебинарах именно по предмету, делилась своим опытом, и сегодня тоже мы поговорим о занятиях, да, по истории, о ее опыте, о трудностях, возможно, с которыми она сталкивалась и решениях, которые нашла. И Игорь Сергеевич Петров, учитель истории и обществознания, тоже учитель истории и обществознания, но из многопрофильного кадетского корпуса имени Демина города Тамбова. Вот наши коллеги рискнули выйти на широкую аудиторию, поделиться своим опытом, тем, как встраивается персонализированное обучение в традиционную школьную систему. Я надеюсь, что к нам подключится, но пока еще не вижу среди участников Светлану Борисовну Матвееву, это директор одной из школ Великого Новгорода. С ней мы тоже уже встречались в рамках некоторых вебинаров, и у Светланы Борисовны есть, ну, достаточно интересный опыт работы в школе, внедрение в школьную практику уже на уровне школьного коллектива нашего продукта, нашей платформы «Сберкласс». Ну что, я думаю, что будем переходить непосредственно к теме нашей встречи. Я хочу предоставить слово Елене Ивановне Казаковой. Елена Ивановна, вам слово. Давайте еще раз, наверное, поговорим и расставим ключевые акценты. А что же такое урок в логике ПМО? Как мы на него смотрим и почему это немножко другой взгляд? Спасибо большое. Спасибо, я очень надеюсь, что я сейчас выйду в эфир. Что-то такое у нас вдруг неожиданно не сработало. Да, спасибо большое. То есть изображение есть, да, уточните, пожалуйста, еще раз, потому что я себя не вижу. Хорошо. Уважаемые коллеги, мне бы хотелось, отвечая на вопрос, который задала Ольга, сказать следующее. Когда мы сегодня говорим о персонализированной модели обучения, мы, конечно, подразумеваем вполне естественную историю, что мы просто берем наш обычный образовательный процесс и вносим в него некоторые изменения, которые позволяют этот процесс сделать эффективным. А какие это изменения? Ну, главное изменение происходит всегда на уровне ученика. Когда ученик увлечен, когда весь процесс обучения, он действует абсолютно активно, когда ему интересно, когда он вкладывает себя
во взаимодействие с другими учениками, воодушевляет других, воодушевляет себя, работает все 45 минут, тогда очевидно, что урок идет более эффективно. А что такое урок? Урок – это единица времени, которая может быть частью модуля, а может быть и самостоятельным модулем. Главное, что это некоторый этап, за который можно что-то сделать. И вот здесь я произношу самые важные слова. Потому что важнейшими словами является деятельностный подход. Мы действительно смотрим на образование как на деятельность ученика в хорошо организованном сообществе. Меня очень часто спрашивают, а чем Сберкласс отличается от многих других платформенных решений? Я говорю, что у него есть одно существенное отличие. Мы не строим онлайн-образование. Мы не оставляем ученика один на один с компьютером или один на один с искусственным интеллектом. Мы пытаемся создать инструмент, который можно использовать в любом классе, при любой оснащенности интернетом, при любом наличии компьютера, но который гарантированно в некоторой степени создает принципиально иные решения. Какие принципиально иные решения? Заботятся о мотивации, ставят ученика в позицию, когда он сам осознает свои цели, задачи, ставят ученика в позицию, когда он может выбирать конкретные задания, выбирать стратегию действия, выбирать определенную динамику включенности в этот процесс, выбирать даже уровень решения задачи. Когда мы позволяем, мы создаем условия, когда можно учиться в парах, в группах, учиться за счет достижений друг друга, когда достижение самых сильных из нас становится достижением общей команды. Для нас действительно образование – это совместная деятельность учащихся вместе с учителем. И это отличительная черта той платформы, того платформенного решения, того метода, который мы создаем сегодня и который мы называем персонализированной моделью обучения. Потому что персона – это не индивидуум, персона – это личность, это человек во всей полноте его связей, связей с учителями, связей с одноклассниками, связью даже с его величеством контентом. Что еще является важной составной частью этой персонализированной модели? Оно связано с тем, что мы, конечно же, осуществляем развитие, освоение любого модуля, любого урока, любой группы модулей только за счет того, что ученик двигается к своей цели шаг за шагом и получает быструю, оперативную обратную связь на любое свое действие. Если это уровень 2.0, то есть уровень репродуктивный, то эту обратную связь дает наша платформа. И ученик, умеющий работать с этой обратной связью, отлично понимает, когда у него что-то получилось, когда надо затормозить, когда надо вернуться, когда надо попросить помощи от платформы. Если это более сложные задачи, то он получает обратную связь от учителя. Мы с вами отлично знаем, что если обратная связь ученику дается оперативно, четко и вовремя, то это выступает гарантией того, что процесс становится интереснее и результативнее. Вне всяких сомнений, мы можем сказать и еще об одной отличительной черте персонализированной модели обучения. Когда любая наша задача, которую мы решаем, это задача обогащенная, обогащенная дополнительными возможностями. То есть, когда мы решаем задачу, мы иногда тренируемся в командной деятельности или развиваем критическое мышление, или понимаем, что развиваем системное мышление, или решаем задачи, связанные с развитием нашего эмоционального интеллекта. То есть, развиваем все то, что в федеральном государственном образовательном стандарте называется универсальными учебными действиями, метапредметными результатами, на нашем языке называется навыками 21 века, но так или иначе мы решаем вот эту задачу не надстройкой над сегодняшним учебным предметным содержанием, а встроенностью в
предмет, в решение реальных задач. Но, к счастью, имеем возможность получить обратную связь, опять же, от платформы, в виде некоторых диаграмм наших навыков, в виде того, что мы понимаем, как наши усилия, сколько мы энергии вложили и к чему мы в результате пришли. В этом плане платформа сегодня помощник, помощник учителя и помощник ученика по тому, как отработать правильную культуру взаимодействия в образовательном процессе. Мы часто говорим эти слова о культуре взаимодействия, потому что вершиной этой культуры является культура самообразования ученика. Но мы не верим в то, что самообразование возможно в плохо организованном классе, в классе, которому неинтересно учиться, который не помогает друг другу, который не оперативно и не четко взаимодействует с учителями, в классе, в котором учителя не договариваются с друг с другом, как взаимодействовать с детьми. Ну и последнее, наверное, когда мы говорим о нашей персонализированной модели обучения, мы хотим не исключать из этого разговора то, что называется содержание образования. Мы верим в фундаментальное содержание образования и отражаем его сегодняшних предложенных задачах, но мы не меньше верим и в актуальное содержание, то самое, которое продиктовано сегодняшним днем нашей страны, сегодняшними событиями, сегодняшними запросами наших учеников. Еще мы помним, что иногда им бывает сложно. И поэтому создаем инструменты, которые помогают им преодолевать сложности. От дополнительных модулей «Учись учиться», которые сегодня уже открыты на нашей платформе и с радостью воспринимаются нашими учениками, до дополнительных инструментов, когда учитель может просто тихо подсесть к ученику и сказать: «Не горюй, мы сейчас преодолеем все сложности, у нас для этого с тобой есть самое главное. Мы с тобой вместе хотим освоить то, что мы делаем. Мы верим друг другу, доверяем друг другу, помогаем друг другу, поэтому у нас все получается». Дорогие коллеги, я точно закончу свое теоретическое, даже очень эмоциональное выступление именно на этой ноте, потому что я сегодня пришла так же, как и вы, послушать наших учителей, послушать их суждения, как вот эти доминанты, о которых мы говорим, работают в реальной практике. Но если бы меня как учителя, а я еще и действующий учитель, спросили, чем отличается урок ПМО от классического урока, я сказала бы, это классический урок, только существенно более качественный, центрированный на активности ученика. И это, мне кажется, важной отличительной чертой. Эта центрированность помогает обеспечивать нам компьютер. Спасибо большое, коллеги. Спасибо большое, Елена Ивановна. Я еще вспоминаю ваши слова в одном из интервью, когда вы приводили пример, что такое урок в ПМО, и рассказывали о том, что, ну вот, 40 минут — это определенный отрезок времени, в котором одномоментно может происходить сразу параллельно нескольких действий. Какая-то команда ребят может взаимодействовать и решать совместную задачу. Кто-то может индивидуально сидеть за компьютером и работать с заданиями 2.0. Учитель здесь, ну, в разных ролях выступает. И, наверное, ну, мне приходит в голову сравнение, что является таким дирижером большого оркестра, которым ему нужно научиться управлять. Вот хочется сегодня про это поговорить. А как действительно, и учителя нам задают такие вопросы, как действительно вот при проектировании, при сценировании, создании такого урока учителю не потерять контроль, ведь это для каждого учителя важно, или наоборот, может быть, имеет смысл попробовать отпустить контроль и отдать его на откуп ученикам и стать, ну, вот таким дирижером. Я надеюсь, то коллеги наши поделятся действительно опытом, те, кто, наши учителя, которые сегодня с нами. Ой, а можно я тоже добавлю? Да, я вот и хочу вставки, может быть, они пригодятся. Вы знаете, метафора дирижера — замечательная метафора, но мне больше даже нравится метафора бригадира, знаете. Ну, потому что мы делаем дело большое, сложное, веселое, интересное, мы осваиваем содержание. Я организую вашу деятельность, но действуете вы, дорогие ученики. Обычно говорю я как учитель.
А вот вопрос о том, что и как делать, чтобы не потерять контроль, знаете, пересмотреть фильм «Чапаев». Помните, он дает там уроки о том, где должен быть командир, в какой момент. Вот учителю в какой-то момент надо научиться прятаться в конец класса и аплодировать удачам своих учеников. Надо понять, что бывают моменты, когда его функция – находиться рядом с самым слабым и вместе с ним прорываться к удаче. А момент бывает, когда надо сесть в группу и вместе с группой найти варианты выхода и разрешений. Самое важное – понимать, что учитель – организатор производства, а не тот человек, который из себя извлекает некоторое содержание образования. Спасибо вам за этот вопрос. Спасибо большое. А вот еще сейчас, прежде чем мы перейдем непосредственно к уроку, я хочу представить следующего нашего гостя, это Светлану Борисовну Матвееву, и поговорить с ней. Меняется школьная среда. А что дает вот эта вариативность, которая привносится персонализированной модели образования благодаря возможностям, которые дает цифровая платформа? А что происходит? Какие изменения произошли в вашей команде, коллективе? Если вот есть чем поделиться и рассказать об этом в практику, то я думаю, что тоже будет полезно. А после изменений таких общешкольных, общекомандных, мы поговорим конкретно о предметном содержании, об уроках. Светлана Борисовна, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Прошу кого-нибудь в чате, напишите, слышно ли меня, видно ли меня, потому что у меня тут вот бегом я с одного совещания на второе, и немножко сомнения, слышите ли вы все меня или видите. Слышим. Все хорошо, да? Да. Да, спасибо большое, уважаемые коллеги. Я присоединяюсь к вам и хотела бы, наверное, совсем немного рассказать о том, как мы работаем, но с позиции, наверное, сегодня уже прошедшего года, потому что мы уже отработали целый год в этой идеологии, используя непосредственно все инструменты урока, о чем говорила Елена Ивановна, но хотела бы сказать следующее. Вы знаете, весь год я понимала, что идеология персонализированной модели и того, что мы делаем в своем образовательном учреждении, а это Великий Новгород и школа номер 36, и вы легко можете посмотреть на нашем сайте, в наших группах, которые есть в сетях, о многих процессах, которые проходят у нас в рамках как основного образования, так и дополнительного. Но, вы знаете, вот в этом году я, наверное, окончательно убедилась, что мы идем верной дорогой, товарищи, потому что, вы знаете, совсем недавно мы, наверное, об этом вряд ли как бы мечтали и все-таки сомневались, получится нам или не получится это сделать, но реализуя новые федеральные образовательные стандарты, работая с идеологией персонализированной модели и инструментами, о которых Елена Ивановна говорила, нам, конечно, все равно удалось поменять в коллективе очень многие вещи к преподаванию урока, к организации учебного процесса. И мы провели на всю нашу школу с 5 по 11 класс, начальная школа тоже 800 человек в этом участвовали, 800 человек мы отучились неделю метапредметного, на форме метапредметного погружения. Но вот если в целом сказать, у нас хватило сил на неделю отойти от классно-урочного подхода к организации учебного процесса и организовать его на протяжении 5 рабочих дней так, что мы получили на самом деле замечательные результаты вот о тех метапредметных навыках или о навыках 21 года века, или говорим там о гибких подходах, гибких навыках, как угодно можете сказать, но это то, о чем мы все равно с вами сегодня в результате должны отдать нашему выпускнику, выпустить его во взрослую жизнь, чем он должен обладать.
Вот это как раз та результативность, которую я вижу бесспорно как одна из составляющих, это педагогический коллектив, который прошел обучение, который работает сегодня, используя все методические основы, концептуальные, технологические основы урока ПМО. Если говорить об организации урока, то вот сегодня я бы хотела вам остановиться, что о чем Елена Ивановна говорила. Вообще на самом деле, когда говорят, надо что-то сделать вот такое новое. Нет, это подход к тому же классическому уроку. Это подход к тому же содержанию, которое мы давали из года в год и давали как бы учителя. Просто действительно, это тот подход, когда мы можем с вами, имеем инструменты, провести урок так, чтобы увидеть, услышать, помочь и скорректировать каждого ученика. Не все так идеально получается, не у каждого учителя это получается, но это как раз то самое, над чем сейчас работают очень многие учителя. И поверьте, за тот промежуток времени, пока мы работаем, в меньшей степени, в большей степени мы используем платформу, потому что это все-таки техническое оснащение школы. Но то, что идеологически учителя используют различные инструменты для организации этого учебного процесса и не планируют, и не хотят уходить от него, это однозначно. И вот я вам приведу несколько примеров. Во-первых, вот, ну, мое, наверное, наблюдение, без чего я считаю, что очень трудно было бы вот, внедрить, вот, провести сам по себе весь этот проект, создание этого урока, внедрения, реализации, перехода вот в ту уже, ну, скажем так, классический процесс, который у некоторых учителей сегодня у нас уже идет. И каждый год, каждое начало учебного года, и даже не начало учебного года, к этому процессу присоединяется все больше и больше учителей. Вот, во-первых, на мой взгляд, вот такие критические точки вот для, может быть, заместителей, которые сегодня здесь с нами, или для учителей какие-то моменты будут полезны. Это очень важным является коллектив единомышленников, которые будут обсуждать, которые будут делиться сначала на уровне своего образовательного учреждения, региона, и вот таких площадок, вебинаров, которые здесь сегодня проходят, этого ресурса, его действительно много, этот ресурс на самом деле есть, чтобы общаться. Вот это сообщество педагогов, которые в первый год готовили все вместе, как нам провести родительское собрание, как нам познакомить педагогический коллектив с этим, как нам провести такой-то урок, как провести такой-то урок. То есть мы первые свои шаги во всем в этом проходили все вместе, имея вот такую творческую группу, независимо от какого предмета и как мы работаем. Второй момент, о чем Елена Ивановна говорила. За это время мы точно почувствовали, коллеги, что мы перестроили учебное пространство. Вот если я в школе 5 лет, первые года ходила и говорила, вот у вас у кабинетов, уважаемые учителя физики, вот здесь такой замечательный холл, давайте что-то подумаем, его оформим, давайте как бы вы хотели бы в этом холле, чтобы была тут какая-то мебель, то есть как бы его эти большие пространства, они у нас где-то под 150, под 170 квадратных метров, например, около 4 кабинетов, то порой это было, ну давайте посмотрим, ну вот это вот завтра. А теперь получается, что у всех кабинетов, я вот эту просто логику совсем недавно проанализировала и четко говорю вам в реальности, у всех этих кабинетов все холлы задействованы. Причем каждый учитель мне четко говорит, как там будет оформлена эта одна сторона, что должно быть в этом холле. Вот у кабинетов физики холл у нас, например, составляет из чего? У нас 4 стола есть, круглые, ну, не круглые, шестигранные, которые двигаются все вместе составить, которые двигаются по одному. Там есть столы, там есть стулья, там есть доска на ножках и маркерная, и меловая. Там есть зона Wi-Fi, единая вместе со всем кабинетом. Там есть определенные зарядные устройства. И я, например, на уроке, ну, не
не считайте меня супер каким-то учителем, я не то чтобы только учусь, просто у меня нет такой возможности, нет такого количества классов. Порой получается, когда они решают задачу на самой платформе, кто-то из детей говорит, я не могу сейчас вот здесь, потому что есть еще одна группа, которой надо поработать совместно. Этот ребенок выходит рядом в холл, коридор, где дверь открыта или стеклянная дверь, и это пространство увеличивается многократно. Класс и это пространство. И действительно, в какой-то промежуток времени ребенка надо оставить одного, и у него должно быть это пространство, в котором он это делает. Или в середине урока иногда, пусть не часто, но планируются такие моменты, когда надо на 3-4 минуты точно собраться, обсудить, как это делать, а дальше дать отдельный промежуток времени, как это работает. Ну, это такие вот, скажем, такие вот маленькие примеры. Но пространство это организовалось своеобразным образом. Это и наши плакаты обратной связи, про которую вот Елена тоже говорила в начале. Это место, где должно быть оно удобным, чтобы каждый ученик, входя в кабинет, мог сделать какую-то запись или какое-то свое обращение. Это ученик, который свою обратную связь отдает после проведенного урока, после проведенных каких-то мероприятий. Но вот эта возможность, она, конечно, дает право ребенку чувствовать себя абсолютно успешным. Дети научились ставить свои задачи, свои уровни. Достиг уровня второго, великолепно, я по этой теме, вот я на это и спланировал, но он успешен на этом уровне. Ну и, конечно, вот уровень третий, уровень четвертый. Я сейчас как администратор могу вам сказать, уважаемые коллеги, к чему это приходит. Вот сейчас приходит к очень хорошим вещам, что задания уровня четвертого, они приводят к развитию этого творческого процесса дальше. Мы сегодня уже имеем проекты, которые вышли, вот они начинались с элементарного урока. То есть авторы предложили, учителя что-то предлагали. Вот такое творческое, скажем, задание. Но ребенок научился собирать себе команду, распределять роли. То есть он начал сам, понимает, что ему одному можно выполнить только одну какую-то часть, да? При этом они дальше научились в классе находить себе партнеров для решения определенной задачи, то есть создавать саму по себе эту команду, представлять это. И уже это не просто урок, а дальше это уже идет метапредметная связь, это дальше идет уже представление своего проекта, который тоже является составной частью. Это некоторые ребята, которые в 8 классе, в 9 классе учились, смотрю сейчас на конкурсах всевозможных и на платформах Quantorium, на платформах в IT-кубе или в центре дополнительного образования, выводят проекты. Совсем недавно я спросила, откуда мысль такая появилась. Ребенок говорит, что да вот на платформе мы с учителем истории работали, вот я там этой идеей заразился, дальше пошла команда, дальше пошла идея, и пошла вот такая сама по себе вот конкурсная работа. То есть это пространство, которое не остановит ребенка на уроке, не остановит его на каком-то вот своем этом уровне, но в то же время позволяет ему иметь право, с одной стороны, выбора, с другой стороны, выбора, который будет от него. То есть какой уровень, каким образом это выбирать. Конечно, скрипка учителя, наверное, вот я бы здесь тоже не взяла бы, как бы сказать, дирижера, да, но это человека рядом стоящего, который все равно ведет определенные, не вот какое-то хаосное пространство, а пространство, когда эта главная скрипка ведет к определенной музыкальности, красивой мелодии, ученики все равно должны освоить определенную программу, которая в образовательной программе каждого учителя и в школе заложена. Это искусство, это, конечно, талант любого учителя, но чем больше мы по кусочкам вводим вот этих приемов, чем больше мы используем эти инструменты, то, уважаемые педагоги, уважаемые участники сегодняшнего семинара, это действительно на самом деле работает. Великолепный навык они приобретают работы совместно, великолепное представление творческого своего проекта. Иногда учителя, смотрю,
рекомендуют ребятам в выполнении какого-то творческого задания вот просто на уроке, который они представили, а его рекомендуют продолжить дальше. Это вот эти как бы моменты пойдут. Вот это мы увидели достаточно само по себе ярко. Ну и появились как бы такие уже вот результаты, когда ребенок научился планировать свое время. Очень многие дети есть, которые у нас сегодня мотивированы. Да, их может быть не все в классе. И далеко как бы вот, ну, не все могут это спланировать время. Но ведь те, которые могут, которые мотивированы, и которые хотят свое пространство урочное тратить вот именно эффективно, они точно такие же дети есть. И тогда вот у них есть колоссальная возможность за этот час, за этот урок, 40 минут, успеть очень многие вещи, высвободить себе то время, которое бы пойдет на пользу как дополнительному образованию, так и каких-то прикладных вещах в неурочной деятельности или в творческой деятельности самого себя. И такие вещи тоже вот здесь в уроке есть. То, что есть очень много моментов классических, да, конечно, они есть, они ровным счетом никуда не уходят, но вариативность образовательной среды, вот та мобильность педагога, перестроить прямо в ходе процесса урок и учитывать мнение вот каждого ребенка, она, конечно, вот здесь появилась в большей степени, и такие вот инструменты, наверное, здесь существуют. То, что касается, вот многие педагоги после предыдущих семинаров пишут мне в личную, как бы, общение, пишут, вот мы не очень уверены, стоит ли выходить, если это много нужно вносить в нормативные документы организации школы, в нормативные документы там примерных программ учителей и так далее. Вот вы знаете, я должна вас заверить, то их вносить надо минимально, потому что здесь не обсуждается вопрос изменения вашей образовательной программы. Это ваша образовательная программа, которую ведет каждый учитель. А то, как конкретный урок по этой теме проводить или по ряду тем проводить, это ваше право учителя принимать такое решение. Изучив заранее этот материал, подобрав материал под формы, свой собственный материал, спланировать вот именно эту задачу таким образом, чтобы она была как можно более результативной. Я тоже, Елена Ивановна, считаю, что вот в этой ситуации надо учиться, и те приемы, и те методы, которые вот сейчас используют учителями, уже научились, они дают намного лучший результат и в мотивации, и во многих вещах. Да, может быть, действительно, сегодня существует еще у ряда учителей навык работы с электронными платформами и возможность планирования урока то на какой-то промежуток времени – это увеличивает, плюс техническое оснащение каких кабинетов, и не всегда мы можем каждому учителю, каждому ребенку предоставить вот такую возможность. Но, тем не менее, это перспективно, это действительно в образовательном учреждении работает. Ну вот, наверное, такие основные моменты, коллеги, тоже, чтобы долго вас не задерживать, это то, что я, наверное, хотела сказать по тому пространству, по вариативности, вот как организации образовательного пространства, так, наверное, и по организации самого урока. Спасибо, Ольга. Да, спасибо большое, Светлана Борисовна, за вот ваш опыт. Он тоже отличный и отлично иллюстрирует то, как меняется школьное пространство с каких-то постепенных маленьких шагов, которые проживает школа. Вот тоже у меня просто вопрос к вам возник. Вы начинали, когда вы вошли в проект, с каким количеством классов или, может быть, предметов вы зашли? И происходит ли рост? Мы начинали и зашли с 7 классами. И это было связано, и выбор, коллеги, вот здесь тоже это очень важный шаг. Почему 7 классы? Потому что мы точно понимали, что сообщество педагогов, которые готовы были это начинать и которые прошли обучение, вот они больше всего готовы были к тем инновациям, к обучению, к внедрению. Плюс еще это те педагоги, которые и до этого использовали другие различные приемы
приемы, методы в системе организации своего урока. Там были, конечно, люди случайные, которые вот вошли сюда в компанию, и они потом переходили, это, как правило, молодые специалисты. Но все-таки это была та компания, которая готова была к тому, что они уже делают усовершенствовать, да, этот урок. И вот эти приемы, методы, может быть, без платформы, но, тем не менее, они делали и работали. Это по седьмым классам. А сейчас, в этом году, мы добавили пятые классы. Но я вам открыто, Ольга, могу сказать, что мы бы добавили шестые классы. И вообще бы взяли с пятого класса по девятый класс, и, может быть, начальную школу. Если бы технологически и технически мы могли бы это сделать. Сейчас сдерживает несколько факторов. Конечно, немаловажные – это человеческий фактор, да, и просто так поставить технику можно кому угодно, а толку от этого вполне возможно будет маловато. Но второй фактор – это готовность человека, готовность педагогов. Вот проанализировав эту ситуацию, в этом году мы уже взяли пятый класс в расчет от того, что все-таки мы вот так пойдем как бы по ступенечкам. Многие учителя, они были и в седьмом классе в прошлом году, и мы в этом году им предложили тоже как бы начать и уже и в пятый класс. Отлично. Ну вот, то есть постепенная динамика, есть рост. Понимаю про сложности там с техническим оснащением школы. У всех разные возможности и способности. И, конечно, страна огромная, и школы разные. Это все понимаем. Но еще один важный момент, который там я, да, хотела бы там подчеркнуть и зафиксировать в вашем выступлении прозвучало, это то, что школа и учителя начинают использовать инструменты персонализированного обучения там без прямой привязки, возможно, к платформе, да, и постепенно это входит вообще в школьный уклад. Мне кажется, это тоже очень важно, потому что ну, на это важно обратить внимание наших коллег-учителей, потому что часто нам задают вопросы о том, что, ну, там, условно, я преподаю физкультуру, это вообще никак не связано с цифрой, зачем мне ваша платформа? Или вот сейчас я как раз передам следующему спикеру слово, у нас будет Екатерина Андреевна, да, мы поговорим о предметной области искусства, тоже много вопросов, зачем мне нужна цифровая платформа, если я преподаю ИЗО в школе? Но на самом деле мы же говорим о платформе как помощнике, инструменте, который помогает выстроить персонализированную траекторию с ребенком, но при этом мы говорим еще и о достаточно интересной и серьезной методологии, которую можно использовать по-разному, да, в зависимости от находки учителей. Спасибо большое. Ольга, я как раз в подтверждении ваших слов должна сказать, одним из самых ярких, активных сотрудников, которые у нас работают в команде, это учитель изобразительного искусства. И если мы начинали первый год, то на платформе контента, содержания по этому предмету еще не было вообще никакого. Но сама идеология, сама структура, подход к этому, вот у нее был как вот у одной из самых-самых. То есть она могла на другом материале, другого предмета, который есть, учить учителей. Очень сожалела, что очень многие вещи ей приходится как бы делать самостоятельно в первый год. Поэтому это инструмент, который действительно хорош тем, что в нем есть очень много, почти все то, что нам хочется как бы видеть. Спасибо большое. Светлана Борисовна, за то, что нашли возможность к нам подключиться. Если будет возможность, то останьтесь с нами на связи. Я с вами на связи. Вдруг появятся вопросы, на которые мы все вместе сможем хотя бы письменно поотвечать. А я сейчас хочу предоставить слово Екатерине Андреевне Калачиковой. И вот о чем я уже сказала, поговорить о том, как мы разрабатываем учебные материалы, вообще какая логика, идея заложена в работу с предметной областью искусства, какие здесь есть находки, почему это важно. Екатерина Андреевна, если вы с нами, то включайтесь, пожалуйста. Сегодня у нас получилась такая встреча в основном про гуманитарный цикл предметов, но мы же понимаем, что подходы, они общие, и можно применять их в разных совершенно предметах, и про это тоже хочется сегодня поговорить. Все, передаю слово. Да, Оля, спасибо огромное. Добрый вечер, добрый день у кого-то еще, дорогие друзья.
Я буду вам очень благодарна, если вы отметите в чате, кто из вас является преподавателем музыки или изобразительного искусства, чтобы я понимала, сколько нас здесь. И, наверное, тоже я не буду долго отнимать ваше время, поскольку на самом деле эта встреча принадлежит именно преподавателям. Но коротко, наверное, скажу про какие-то основные принципы, которыми мы действительно руководствовались при разработке контента. Вообще, в целом, конечно, очень часто мы слышим сегодня такие как бы реплики, что музыка, изобразительное искусство, и я думаю, что, кстати, вот учителя музыки уж точно меня поймут, я сама в этом смысле музыкант и часто с этим сталкивалась по ходу своей работы, зачем это вообще все нужно в школе, и какие-то непонятные предметы, давайте сделаем как-нибудь так, чтобы вообще их как-то убрать или переделать, или что-то с ним сделать такое, чтобы они не отнимали время у предметов таких серьезных, таких как математика, язык, литература. Тем не менее, конечно, да, вот вижу уже комментарии в чате, что да, действительно есть такое. Вот мы с этим неоднократно сталкивались, и, наверное, наша такая сверхзадача в том числе заключалась в том, чтобы объяснить тем людям, которые, собственно, и отчасти это администрации школы, да, как бы часто, объяснить смысл, может быть, и роль предметов музыка и изобразительное искусство в сегодняшнем мире. А роль, на наш взгляд, ну, было бы странно, если бы это было не так, но тем не менее, на наш взгляд, конечно, роль огромна, потому что та самая креативность, о которой много говорится и в рамках платформы, и вообще в рамках государственной политики, национальной политики, она входит сегодня в топ-3 навыков 21 века. И с одной стороны, как бы можно было бы сказать, что этого уже достаточно для того, чтобы оправдать существование этих предметов в учебном цикле. Если мы посмотрим на любые развитые системы образования, конечно, огромное внимание уделяется и музыке, и изобразительному искусству в тех странах, которые показывают большие успехи и их образовательные модели. Но мне хотелось бы сказать не только об этом, а о том, что вот, пожалуй, 20-й год с кризисом, с коронавирусом, который поставил нас всех в такую неожиданную и очень стрессовую ситуацию, он, наверное, лучше всего показал как раз справедливость, да, того, что именно творческое мышление входит в топ-3 навыков 21 века, потому что, наверное, умение принимать решения, умение искать выходы из любой, даже самой сложной ситуации, это как раз и относится вот к тому самому навыку творческого мышления, который, собственно, мы и пытались развивать в рамках этих предметных областей, о которых мы сегодня говорим. И здесь нам задавали, в свою очередь, много тоже вопросов, потому что, в общем-то, федеральный государственный стандарт и примерная образовательная программа, это тоже, я думаю, для всех людей, которые работают в школе, не секрет, они в основном всегда были ориентированы на некую передачу таких более узких навыков, если говорить про изобразительное искусство, то это непосредственно навыков перспективы, цвета, да, то есть именно навыков рисунка, да, скорее этому уделялось огромное внимание. Что касается музыки, то же самое, хотя вот там был последний вариант федерального государственного стандарта, который так в общем-то, и не был реализован. Это как раз попытка закрепить там освоение таких тоже жестких навыков, когда нужно было отличать тритоны и, в общем, изучать ноты. Но музыка, в основном предмет музыки, он преподается в большинстве школ именно как такое пассивное изучение музыкальной культуры.
И в этом смысле, не отходя, естественно, от всех федеральных государственных стандартов и примерных образовательных программ, наша задача была все-таки показать, что эти предметы в первую очередь должны быть направлены на развитие творческого мышления. И много было вопросов, каким образом вы, в общем-то, собираетесь это делать, потому что не очень понятно, как может, например, ученик учиться создавать музыку, не владея навыками игры на музыкальных инструментах, да? Или если у него вообще музыкального инструмента нет и не будет, и, например, в классе этого музыкального инструмента тоже нет. И конечно, мы ставили своей целью показать, во-первых, тот огромный мир технологий, который сегодня уже развился настолько, что, в общем, для создания музыки важно желание и наличие того же самого компьютера или телефона мобильного, потому что существует огромное количество приложений. И в плане изобразительного искусства, в общем-то, то же самое, важен скорее взгляд учащегося на мир, чем некая передача просто таких вот жестких навыков рисования или копирования, да, чего-либо. Соответственно, и музыка, и изобразительное искусство, они охватывают 5 больших направлений. У них есть общие направления, те, которые пересекаются в концептуальную часть, а есть направления, которые различаются в силу специфики предмета. Общее направление – это направление исследования, и здесь наша задача была все-таки дать учащимся понимание, что изучение музыкальной культуры или художественной культуры мировой или российской – это не просто пассивное запоминание некоторых фактов из жизни художников или музыкантов. Это в первую очередь развитие исследовательского, аналитического мышления. Все задания, они построены таким образом, что они преследуют именно эту цель. То есть, вот, как говорилось, платформа, она про деятельностный подход, и здесь очень важно было избежать всех вот этих вот подводных камней, которые связаны именно с пассивным запоминанием. То же самое касается и контекста. Вот Оль сказала про гуманитарные науки, и для нас было очень важно охватить вопрос контекстуальный именно музыка и изобразительное искусство в контексте вообще гуманитарного знания, то есть связи музыки и истории, музыки и литературы, поскольку, на наш взгляд, связь это, конечно, огромная, и вот задача была через задания, через модули донести это и вдохновить учащегося на исследование этого контекста и понимание того, что музыка – это не нечто оторванное от жизни, или живопись – это не нечто оторванное от жизни, а что всегда это очень имеет плотное, как бы плотную коммуникацию с вообще тем, как мы существуем. И далее вот те направления, которые различаются, это в музыке, это исполнение и создание музыки, это 2 больших блока, в которых в каждом из модулей есть задание на эту тему. Собственно, исполнение – это как раз попытка рассказать учащимся о том, каким образом сегодня устроена исполнительская часть музыкальная, начиная от самых древних инструментов, заканчивая инструментами самыми современными, вплоть до того, что есть модули, которые посвящены, собственно, созданию музыкальных инструментов. И создание музыки, собственно, вот одна из важнейших частей – это как раз рассказать детям о том, что именно созидательный, пробудить в них желание создавать музыку. Я бы даже так сказала, не рассказать, а именно пробудить желание, вдохновить на первые пробы, создать вот безопасное пространство для первых проб создания как музыки, так, в общем-то, и произведений в области визуального искусства.
И блок «Карьера», вот, который тоже является общим блоком и для изобразительного, и для музыкального искусства. Это все, что связано с профессиональной ориентацией школьников в области творческих индустрий, в области музыки и визуальных искусств, поскольку, если мы говорим даже вот про визуальные практики, то это, конечно, огромное поле всех профессий, которые связаны с дизайном. Это и веб-дизайн, и графический дизайн, и гейм-дизайн. Все это строится именно на базе классического искусства рисунка на самом деле. И вот здесь я хочу подчеркнуть вот этот очень важный момент, что очень часто по отношению к творческим предметам существует антагонизм между современным искусством и искусством как будто традиционным. И в этом смысле наша главная задача была показать, что современное искусство и все современные практики в области творческих индустрий, они невозможны без базы, которая вся построена на традиции. И вот на этом месте, наверное, мне хотелось бы показать на примере одного из модулей, собственно, который уже размещен на платформе и посвящен как раз народному творчеству. Это тема, которая лично для меня является очень важной. Народная самобытность, народная культура. Мне кажется, что они незаслуженно мало говорят, как в контексте профессионального художественного образования, творческого образования, так и в контексте школы. И очень часто мы сталкиваемся с такой проблемой, что вот те темы, которые являются очень важными, они доносятся до учащихся таким языком, да, что они вызывают отторжение. И мне кажется, эта ситуация по-настоящему драматичной, и вся команда авторов, которая работала над всеми модулями для платформы и по музыке, и по изобразительному искусству, а их больше 100 было сделано, и больше 2500 заданий в них вошло, наверное, наша главная задача заключалась в том, чтобы осуществить вот этот перевод очень важных традиционных вещей, которые составляют суть нашей культуры, в том числе и национальной культуры, на тот язык, который понятен современному ребенку. Вот это та мета-цель, которую мы перед собой ставили. И вот на примере модуля по народной культуре, музыкальной народной культуре, вы можете видеть, что даже вот проблемный вопрос, да, он, собственно, сформулирован так, чтобы показать, почему, собственно, фольклор, что такое фольклор и почему он актуален сегодня. И дальше весь модуль, он, собственно, преследует одну цель – показать, каким образом фольклорные мотивы, народные мотивы раскрываются сегодня в современной музыкальной культуре. И вот здесь вот очень популярный у детей исполнитель вместе непосредственно с народными мотивами на базе, на материале русской народной песни, очень современная, очень популярная композиция, через которую дальше мы раскрываем, собственно, содержание фольклорного творчества. И вот, наверное, если мы посмотрим непосредственно на сам модуль, то мы увидим здесь и практические задания, которые учат детей играть на разных народных музыкальных инструментах, и теоретические задания, которые через, опять же, деятельностный подход погружают детей в разновидности русских народных песен. Мы видим, что все это связано с федеральным государственным стандартом, опять же, частушки и вот все, что касается фольклорной музыки. Это не единственный модуль, который посвящен именно народной культуре, но вот мне здесь хочется подчеркнуть, что, собственно говоря, каждый абсолютно из модулей, будь то изобразительное искусство или музыкальное искусство, он преследует вот эту цель сделать действительно содержание образования
максимально понятным, близким, интересным ребенку. И последнее, что бы мне хотелось сказать, что, конечно, для нас, как вот мы понимаем задачу платформы, да, в том числе, и как она озвучена, это именно проводник между учащимся и преподавателем. И вот все то содержание образования, все те модули, которые были разработаны, они, по нашему мнению, мы были бы очень рады, если бы они по-настоящему помогали бы преподавателям находить контакт с современным ребенком. Потому что по своему опыту мы знаем, что это бывает очень непросто, и возможно, что в образовании это является одним из самых сложных моментов, который, собственно, очень сильно влияет на результат. И все, что как бы нами было сделано в части содержания модуля, оно вот все преследовало именно эту цель, поэтому мы будем очень рады, если эти модули действительно помогут установить контакт и рассказать о каких-то темах, которые детям сегодня, может быть, не так интересны, рассказать о них так, чтобы ребенок увлекся и по-настоящему понял, например, насколько прекрасна классическая музыка или насколько прекрасна народная культура и как она может отражать себя в самых современных и востребованных направлениях, таких как дизайн или электронная музыка. Вот. Да, прошу прощения, что-то я долго подключалась. Екатерина Андреевна, спасибо большое. Видели, да, мы здесь сейчас вели активно, параллельно пытались отвечать на вопросы учителей по предмету изобразительное искусство и музыка. Здорово, что и сегодня среди наших участников много учителей именно по этим предметам. И, конечно, есть вопросы к тому, как организовать урок, как организовать внеурочное пространство, как поделиться практическим опытом. Но вот мы о практическом опыте сейчас поговорим, правда, не в контексте урока музыки и ИЗО, а поговорим мы про историю общества знания, потому что учителя у нас сегодня именно этих предметов с нами. Но, опять же, повторюсь, основные подходы, да, к организации учебного пространства, к организации урока, они могут трансформироваться, адаптироваться под разные предметы. Конечно, нельзя просто взять кальку и перенести ее там, с математики в русский, с математики в русский или какой-то еще предмет. Но я думаю, что здесь опыта педагогического и у учителей достаточно для того, чтобы понимать, какой инструмент как может лечь в свою практику. Поэтому, если будут появляться вопросы, то Екатерина с нами еще остается, и она прокомментирует ваши вопросы в чате. А я хочу пригласить к нам следующего спикера, Екатерину Аркадьевну Гончарову, учителя истории общества знаний из Липецкой гимназии, поговорить про конкретный опыт учителя, практика, как проходит освоение персонализированной модели образования, как удается использовать платформу, какое время, место уделяется работе с платформой на уроке, какие отзывы, может быть, есть у учеников по работе со сберклассом, насколько сложно и насколько трудоемкая работа при подготовке к уроку, как вы с этим всем справляетесь, и что для вас все-таки ПМО и урок в логике и культуре ПМО. Передаю вам слово, Екатерина, пожалуйста, включайтесь. Спасибо большое, Ольга. Добрый день, уважаемые коллеги. Я буду рада, если вы напишите в чат, хорошо ли меня слышно и видно ли вам презентацию. Итак, я, во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что в конце трудного и рабочего дня вы пришли к нам на вебинар. Нам это очень приятно. Я надеюсь, что вы подчеркнете что-то интересное из наших выступлений. Итак, сегодня мы поговорим с вами про все этапы, которые есть в уроке. Мы с моим коллегой Игорем Сергеевичем подготовили для вас выступление –
разбор конкретного модуля, и мы пройдем с вами по всем этапам. Разбором задания у нас будет заниматься Игорь Сергеевич. Я, в свою очередь, расскажу про мотивационный этап и этап планирования. С одной стороны, они могут показаться не такими уж важными, но на самом деле они имеют очень большое значение при дальнейшем освоении модуля. Итак, мы с вами сегодня разбираем конкретный модуль, он есть на платформе, это глобальный модуль, называется он «Расцвет Российской империи при Екатерине. Эпоха просвещения в России». На слайде вы можете видеть, с одной стороны, ваш обычный классический КТП и планирование модулей. В данном случае модуль по трудоемкости полностью совпадает с количеством часов, заложенным на него в календарно-тематическом планировании. И там 8 часов. Прежде чем начать говорить про мотивационное задание, про проблемные вопросы и все остальное, мне хотелось бы коснуться организации учебного пространства. Во-первых, это рассадка. Мы на опыте нашей гимназии попробовали все виды рассадок на самом деле. Вот, могу вам сказать, что каждая из них хороша по-своему. Вот на слайде вы можете видеть основные виды рассадок, которые мы использовали, у нас на платформу изначально были заведены пятые классы. Мой опыт работы в ПМО 2 года, поэтому те ребята, с которыми мы начинали, они сейчас учатся в 6 классе. Изначально мы использовали рассадку по группам. Но в процессе обучения выяснилось, что рассадка по группам все-таки не совсем удобна и ребятам, и не совсем удобна учителю. Поэтому сейчас мы чаще всего используем рассадку классическую, и ребята в основном работают либо в парах, либо в малых группах. То есть кто-то может взять и подсесть, то есть это 3-4 человека максимум. А в больших группах мы работаем довольно редко, ну я, по крайней мере. Вот. Следующее, что касаемо учебного пространства. А вот, кстати, это рубрикатор групповой работы. Если у вас ребята работают в группе, я очень часто использую эту схему, потому что все учителя в рамках организации работы в группе очень часто сталкиваются с тем, что в группе из 5 человек работают в лучшем случае 2 или 3. Вот у меня по окончании работы ребята заполняют вот такую вот табличку, которую я потом анализирую и смотрю, собственно, что же они там в этой группе конкретного делали. Следующее – это кодекс взаимодействия, который висит у нас в каждом классе абсолютно. Смысл этого кодекса в том, что его составляют сами ученики. И поэтому всегда, когда возникают какие-то дисциплинарные вопросы, я обращаю их к этому кодексу. И говорю, что, ребята, вот, обратите внимание, вы сами его составили, мы с вами его утвердили. И, соответственно, давайте все-таки его соблюдать. Мы переходим уже непосредственно к разбору урока, это базовая идея. Когда вообще я начинала разбираться с модулем, базовая идея у меня ассоциируется с моментом из «Алисы в стране чудес», когда она смотрит в маленькую дверцу и видит там сад, но полностью увидеть она его не может. Вот когда мы говорим про тему урока и приходим на урок, ребята, мы сегодня изучаем там внутреннюю политику Екатерины II. Это выглядит так, как будто мы смотрим в щелочку. То есть мы видим какие-то отдельные аспекты, но полной картины мы не видим. Базовая идея – это все-таки открытые двери, и мы можем видеть вообще модуль и тему во всем ее великолепии. В данном случае это базовая идея с платформы, мне кажется, она сформулирована тут довольно удачно. Следующий наш этап – это проблемный вопрос. На платформе проблемный вопрос звучит следующим образом. Почему Екатерина, провозгласив политику просвещенного абсолютизма, в конечном счете отошла от нее? Почему период Екатерины называют «золотой век дворянства»? На платформе решение проблемного вопроса предусмотрено индивидуально. Мне очень нравится выводить проблемный вопрос на экран, чтобы мы смогли его пообсуждать. Мне очень нравится обсуждение в парах, я даю время
засекаю его на таймере, буквально 2-3 минуты, не больше, и мы пытаемся как-то рассуждать. Суть проблемного вопроса в том, что без него нельзя ответить, без изучения материала модуля на него нельзя ответить. Но опять-таки, этот проблемный вопрос так или иначе может быть связан с материалом предыдущим, да, то есть тут есть где порассуждать. Вот. Проблемный вопрос, он, безусловно, вызывает затруднения, потому что знаний, материала у ребят пока недостаточно. Самое главное – это вернуться к проблемному вопросу в конце изучения модуля и уже на него ответить, используя весь багаж знаний, которые мы получили в рамках модуля. После обсуждения проблемного вопроса я перехожу к мотивирующему заданию. Мотивирующее задание с платформы тоже нам предлагается решить индивидуально, в зависимости от вида заданий, но мне больше, опять-таки, нравится выводить их на экран и, собственно говоря, обсуждать их с ребятами. Это может быть сначала их обсуждение в группе или обсуждение в паре. Они могут клеить что-то на флипчарт или записывать какие-то свои идеи и мысли. Вот, собственно, мотивирующее задание нам нужно для того, чтобы пробудить интерес. Поэтому оно должно быть максимально интересным и цепляющим. То есть это вот тот самый крючок, на который мы цепляем наших учеников, чтобы они были замотивированы на дальнейшее изучение модуля. Дальше мы переходим к целям. На слайде вы можете видеть все цели из модуля. Это цели уровня 2.0, 3.0 и 4.0. Что же за стикеры у меня наверху приклеены? Когда мы говорим про этап целеполагания, мы с вами знаем, что по ФОСу он обязательный. Дети должны в начале каждого урока поставить себе личную цель. Вот я сделала для себя некую компиляцию ВОСа и, собственно, персонализированной модели обучения. Поэтому помимо того, что дети выбирают себе целевой уровень и те цели с платформы, я предлагаю им дополнить это целью личной. Это может быть цель, которая связана с темой, или она может быть с ним не связана. Вот. Для чего это нужно? Нужно это для того, чтобы в конце урока у нас хотя бы одна из целей была реализована. Потому что случается такое, что, например, учебная цель не удалась. Или на нее нужно чуть больше времени, например. Да? Но ученик должен уйти с осознанием того, что у него получилось хотя бы чуть-чуть. Вот это очень важно. И поэтому личная цель тут играет очень важную роль. Вот. Соответственно, эти цели, они никуда не деваются. А что я советую своим ученикам? Я сделала им вот такой вот конструктор целей, который я раздала им в сентябре, и мы его используем. Потому что я думаю, что все учителя, особенно те, кто работают в младших классах, это 5, 6, эти цели у ребят звучат довольно однообразно. Хочу получить 5. Хочу узнать что-то новое. Вот. Благодаря такому конструктору я, когда проверяю их тетради, могу видеть разнообразие этих целей. Вот. Ну и, соответственно, в конце урока мы стараемся к этим целям вернуться, да, и немножечко отрефлексировать и подумать вообще, а удалось ли мне достичь своей цели. Если удалось, то, может быть, ребята поделятся какими-то советами, лайфхаками, еще чем-то. У меня есть вот такой вот рубрикатор, который я сделала для своих учеников, который они заполняют в конце урока. Это может быть в конце урока, в конце модуля, все зависит от того, как вы распределите свое время. Вот. Этот рубрикатор подразумевает чуть более развернутые ответы, чем «да-нет». И это мне очень нравится, потому что мне хочется видеть максимально подробную обратную связь от своих учеников. Это помогает им провести некоторый самоанализ и помогает мне, как учителю, чтобы я смогла как-то корректировать учебный процесс. Я советую даже ученикам, мы записываем эти цели на корке тетрадки или на отдельном листе, чтобы, например, в конце четверти мы посмотрели на список, то есть, да, вот такое-то число, вот такая-то цель, как вы видите на слайде.
Вот, и, собственно, тоже это сподвигает их к отдельному самоанализу. Вот тоже интересный рубрикатор. После того, как мы выбрали целевой уровень, задали себе личную цель, учебную цель, можно заполнить вот такую вот табличку, чтобы мне хотелось узнать, и что нужно для этого сделать. Да, то есть нужно быть более внимательным. Нужно чуть больше читать, чуть больше там тратить время на домашнее задание или еще на что-то. Когда я читаю вот такую обратную связь от своих учеников, иногда она очень меня удивляет, потому что один ученик в рамках изучения, по-моему, третьего или четвертого по счету модуля написал, что для того, чтобы узнать что-то новое, ему нужно отсесть от всех и работать одному. Меня это очень удивило, но, собственно, это тоже очень важный этап самоанализа, то есть он понял, как ему удобно работать. Ну и, собственно говоря, мы переходим к системе заданий. Когда учитель смотрит на модуль, естественно, он или в голове, или на бумаге планирует, как он приблизительно будет распределен. Да? Вот, допустим, я предположила, как учитель, что на моих 4 уроках распределение будет вот такое. На самом деле, то, что предположила я, это не значит практически ничего. Почему? Потому что я одна, детей в классе у меня 30. Они все разные. А дети видят этап абсолютно по-разному. То есть вот здесь на слайде вы видите, что путь у каждого ребенка свой. Мы возвращаемся к вопросу, который был задан в начале, да, что как удобнее, как лучше сделать, сопровождать их на каждом этапе, контролировать этот процесс, если контролировать, то как, если каждую секунду на уроке происходят абсолютно разные вещи. Меня вначале это немножечко пугало. Потому что я вижу класс, я вижу детей, которые каждый занят абсолютно своим каким-то очень важным делом, и я немножечко терялась. На самом деле я поняла, что нужно все-таки их отпускать в свободное плавание и доверять. Потому что чем раньше этап самоконтроля, самоанализа, самостоятельной постановки целей, самостоятельного выбора пути. Чем раньше он начнется, тем проще будет в дальнейшем. Ну, а я как учитель, собственно, на каждом этапе абсолютно я и подстрахую, и помогу, и посоветую. То есть я стараюсь быть включенной абсолютно на каждом этапе. Сложность со временем. Такое есть, да, потому что за 40 минут успеть что-то очень сложно. С чем столкнулась я? Очень часто ребенок выбирает себе целевым уровень 2.0, это очень часто бывает в классах математической направленности, он решает задание уровня 2.0, у него все удалось, он сделал все быстро, и все. А урок не закончился. Что делать? Естественно, такой ученик думает, что классно, я все сделал, могу сидеть, отдыхать. А вот и нет. Что придумала для себя я? Учеников, которые быстро справляются с материалом, я назначаю наставниками. Наставниками или консультантами. Для того, чтобы другие ребята к ним обращались. Это супер актуально для 5-6 классов. Потому что они маленькие, они стесняются иногда задать вопрос учителю, они боятся сказать, что у них что-то не получилось. И, конечно, им гораздо комфортнее обратиться к однокласснику, нежели чем, например, ко мне. Вот. Ученик также может быть мне и помощником, да? Модератором образовательного процесса. То есть я могу ему, например, дать задание, если это работа в группах или в парах, да, чтобы он координировал их работу и помогал мне. Да? То есть нет такого, что ученик на уроке ничем не занят. Для меня было самым главным это занять всех учеников. Ну и в крайнем случае я помимо заданий на платформе, я имею еще, конечно, и задания в классическом виде, на карточках или задания из учебника, да, чтобы всегда было чем ученикам
занятий, если, естественно, он этого хочет. Вот, посмотрите, пожалуйста. Здесь я сделала вам типовое распределение заданий по уровням. Это задание уровня 2, 0, 3, 0, 4, 0. На каждом из уровней есть задания учебные и проверочные. Задания учебные. Я стараюсь сделать так, чтобы ученики выполняли их самостоятельно. То есть я не объясняю, как делать, что делать. Да? То есть мы стараемся как-то это делать самостоятельно. В зависимости от того, получилось или не получилось у ученика, мы действуем уже и дальше. Да? Либо это консультация у ученика-наставника, либо это обращение к теории, либо это консультация у меня. То есть это задание учебное, мы учимся. А проверочные задания, естественно, они выполняются самостоятельно, мы их проверяем и разбираем. Да? Уровень 4.0 подразумевает проект и... Очень важная вещь, которую я хотела сказать про уровень 4.0. Задания уровня 4.0 никогда не должны уходить в стол. Это задания всегда очень творческие, очень интересные. Да? Я не знаю, есть ли такое у вас в школах. У нас, например, каждый год практикуется защита годовых проектов. И таким образом можно сразу убить двух зайцев. Можно и закрыть уровень 4.0 и сделать уже готовый годовой проект. Вот, ну и, соответственно, задание уровня 4.0 всегда требует презентации. То есть это либо выступление в классе с презентацией, либо это какая-то работа на флипчарте, да. То есть очень часто бывает такое, что на первых этапах дети боятся брать уровень 4.0, ну, потому что он выглядит иногда сложным, иногда непонятным, да. Чем больше учеников будут презентовывать свои задания на весь класс, тем больше учеников в дальнейшем будут брать уровень 4.0. Это я могу сказать вам по своему опыту. Ну и, конечно же, это наличие каких-то творческих или дополнительных заданий в зависимости от задач от ваших. Это может быть отработка в ВПР, ЕГЭ, ОГЭ, там, ну и все остальное, какие-то темы узкопрофильные, да, то есть это все должно быть у вас в наличии, да. В сухом это выглядит следующим образом. Выбор целевого уровня, мотивирующее задание, задание учебное, проверочное и достижение этой цели. Итак. Когда мы говорим с вами о системе заданий, наша основная задача – это создать ситуацию успеха. Чтобы ребенок перешел с одного уровня на другой, у нас должна повыситься мотивация. Поэтому постоянное сопровождение учителя, оно, конечно же, имеет очень большое значение для учеников. Опять-таки мы возвращаемся к стикерам, да, которые у нас были. Даже если учебная цель вдруг не получилась, лично это получилось, это тоже может быть очень интересной мотивацией для учеников. Вопрос, который задают большее количество учителей, куда деть теоретический материал в том классическом виде, в котором многие привыкли его преподносить. Да, то есть это... объяснение с презентацией или по учебнику, или еще что-то. На самом деле ответ просто куда угодно. Вот куда вы захотите, туда вы этот теоретический материал и можете разместить. Обычно, когда начинается новый модуль, я даю какую-то теоретическую справку, да, то есть у нас есть какое-то краткое объяснение материала, какая-то краткая работа с новым материалом вне платформы, и потом уже, когда мы имеем представление о теме, когда чуть-чуть мы поднабрали какое-то количество знаний, терминов, дат и всего остального, мы можем уже окончательно погружаться в модуль. Дальнейшее объяснение теоретического материала, по крайней мере, у меня, оно зависит от сложности, которые возникают. Если вдруг я вижу, что с каким-то конкретным заданием возникли трудности, я считаю, что нужно его и разобрать, и сопроводить еще объяснением теоретического материала. Вот.
Обратная связь – это на самом деле то, что должно быть на каждом этапе вашего урока. Мне очень нравится использовать платформу Menti.com. Почему? Потому что это обратная связь в реальном времени. Особенно это очень помогало мне, когда я создавала свои собственные модули. Буквально после решения задания мотивирующего, да, я могу взять и вывести это на экран и спросить там, ребят, а понравилось ли вам это задание, а было ли вам интересно, а рассадка вот такая вот новая вам нравится, вам удобно? То есть это очень крутой способ получить обратную связь здесь и сейчас. Ну и завершая свое выступление, мне хотелось бы ответить, наверное, на вопрос, который прозвучал в начале, кто же все-таки учитель на уроке. Мне все-таки очень нравится слово «наставник», да, потому что в нем минимальное присутствие позиции такой сверху, да, и все-таки это позволяет ученикам быть на одном уровне с учителем, обращаться к нему за помощью, не бояться, не стесняться и осознавать и понимать, что мы часть одной большой команды. Ну и, собственно, всем учителям я хочу напомнить о том, что урок – это процесс творческий. Добавьте немножко творчества и креатива, и я уверена, что у вас все получится. Большое спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я с радостью на них отвечу. Екатерина Аркадьевна, спасибо огромное. Такой получился прям мастер-класс, проход по модулю в предмете. Я думаю, что было много интересной и полезной информации для учителей. И в очередной раз скажу о том, что неважно, какой предмет мы преподаем, ведь структура модуля, она, в общем-то, строится аналогичным образом, а инструменты, как это преподнести, как это развернуть в практическую деятельность, они тоже разнообразны и могут быть применимы к разным предметам. Если да, напоминаю, коллеги, если у вас появляются вопросы по вашему предмету или, может быть, потому что вы слышали, то пишите, задавайте их в чате. До конца нашей встречи мы все здесь и готовы их комментировать. Спасибо большое, Екатерина Аркадьевна. Я приглашаю в эфир к нам еще одного учителя, еще одного практика, и тоже по предмету истории обществознания, Игорь Сергеевич. Давайте поговорим с вами не столько о модуле, по предмету, сколько вообще о том, немножко поговорим о том, что особенность нашей платформы в том числе заключается в том, что она не монолитна. И любой учитель, как автор своего творческого процесса преподавания предметов в конкретном классе с конкретными учениками, он может работать с платформой по-разному. Использовать готовые модули, добавлять их заданиями, как сейчас нам рассказывала Екатерина, из учебника, создавая свои собственные карточки, еще что-то, да, используя ту базу, которая накоплена. Но при этом еще и с платформой можно работать творчески, можно создавать свои задания, можно создавать свои собственные модули, либо адаптировать то, что есть на платформе, под конкретные цели и задачи. Главное, наверное, прежде всего, мне кажется, не бояться этого делать. Конечно же, нужно понимать, что это требует времени, усилий, и придется найти это время для того, чтобы поработать с созданием собственных модулей. Может быть, как раз поделитесь опытом, насколько это трудоемкий процесс и отвлекает вас или занимает много времени в вашей повседневной деятельности, планировании, подготовке к урокам. Но мне кажется, что это очевидно, когда мы пробуем что-то новое, пробуем внедрить новую технологию, прежде всего мы ее изучаем сами. И, конечно, тренируемся, тратим какое-то время на это, но хочется верить, что в дальнейшем этот инструмент становится нашим помощником как раз прежде всего для минимизации этих временных затрат и автоматизации каких-то процессов в том числе. Передаю вам слово, Игорь Сергеевич, пожалуйста, про ваш опыт работы с нашей платформой, с предметом, чем есть и чем готовы поделиться.
Хорошо, спасибо. Здравствуйте, дорогие коллеги. Сегодня хотел поговорить о том, что как вот я преподаю, как я использую Сберкласс на своих уроках и частично как я создаю дополнительные задания. Потому что мы используем сегодня, спасибо Екатерине Аркадьевне, которая нам помогла мне выбрать модуль для показа. Это изменение России, то есть Екатерининскую эпоху, Екатерина II. А здесь, как уже сказали, 4 модуля. Ну, с первого, начала нашего модуля идет мотивационное задание, по которому ребят надо погрузить. И вот урок у нас начинается с того, что как глубокая погрузка в именно в ту тему, когда начинаем изучать новую тему. Потом уже действительно мы переходим на несколько уровней. Потому что самая главная задача, я стараюсь и уйти от шаблонного, то есть преподавание. Взял, выучил, пошел, молодец. Здесь история как-то даже элементарно, действительно, как вот сказали, рассадку тоже так же пробовали, уже у детей как другой мир, другой взгляд на жизнь становится, другие интересы. До этого я наблюдал тот момент, да, мы в 21 веке живем, используют телефоны не по назначению, либо планшеты, то есть на уроке. Но здесь они уже погружаются в роли игры. То есть, исходя из этого, мы можем сказать, вот смотри, даже второй модуль, представлен задание, можно выбрать им на уроке, можно 2, 4, 6 заданий дать. Они каждое задание предложено. Ну, например, посмотрим задание второго уровня, которое они в основном предполагают, освоение каких-то терминов, ознакомление с базовыми уровнями, знакомство, с базовой информацией, то же самое. Ну, возьмем на примере, дать характеристику реформы Екатерины II, да, то есть, вот попробуем посмотреть изменения в российском государстве. Каждый из этого уровня, что я сейчас выше сказал, представлен какой-то картинкой. Вот по становлению этапа мы должны выбрать каждый модуль, что нужно сделать, с чем это переваривать, как его сделать, куда обращаться, как ответить. Ведь каждый модуль можно не просто написать, как проверить учителя, либо и проверить на уроке. Ну, также выбрать автоматически. Ну, исходя из этого, если смотреть изменения в российском государстве, мы в первую очередь обращаемся к тому, что задание не просто прочти, дай ответ. Здесь поработай со статьей, определить сражение, как это сделать. Здесь обычные задания. И переходим. Уважаемые коллеги, слышно? Да, вот, Игорь Сергеевич, вы у нас пропали, сейчас вернулись. Да, сейчас что-то как неполадки, наверное, какой-то интернет еще в школе. Может быть, в это время уже перестают работать. Итак, действительно, остановился на втором модуле, ну, и есть всего третий модуль. Третий действительно очень модуль, очень интересен. То есть так, у нас снова какие-то технические неполадки. Игорь Сергеевич, пожалуйста, перезагрузитесь и попробуйте зайти снова, если у вас это получится, если вы меня слышите сейчас. Потому что мы вас не слышим и не видим, к сожалению. Попробуйте перезапустить. Но вот, к сожалению, видите, иногда и техника подводит нас, и интернет –
Хорошо, что мы уже близки к завершению, и нам удалось послушать фактически всех спикеров. Если не получится сейчас Игорю Сергеевичу переподключиться, то мы пригласим его на следующую встречу, ну и как минимум в рамках встреч по предмету, я думаю, что он поделится своим опытом по созданию, по работе с созданием модулей в предметном сообществе учителей истории и обществознания. Пока ждем еще минутку, если он подключается. Я вижу вопросы. По-моему, мы ответили на все вопросы, которые появлялись в рубрике. Вижу, что многие из вас задают вопрос, спрашивают про практические примеры, вплоть до того, что покажите, как меняется среда внепредметная, и покажите конкретную практику. Но, коллеги, это с одной стороны понятный вопрос, с другой стороны странный. Как можно показать практику, не будучи вовлеченным в эту практику? Понятно, что у нас с вами есть опыт и инструмент, которым мы пользуемся, это взаимное посещение уроков, анализ, разбор этих уроков, но опять же он происходит в рамках конкретной школы, когда мы участвуем и становимся зрителями этого процесса. У нас пока нет такой возможности, и мы не вели демонстрацию открытых уроков в сети онлайн, например, да, чтобы все могли подключиться и посмотреть, как кто-то из учителей такие уроки ведет. Но мы про это думаем, мы к этому готовимся. Нам хочется дать такую возможность учителям, которые только начинают осваивать ПМО в своем предмете, посетить уроки кого-то из учителей-наставников, у которых уже есть опыт работы не первый год, и есть какие-то результаты, но это дело добровольное, и вы понимаете, что не так-то просто учителю выйти на аудиторию там многотысячную, которая у нас сегодня есть на сегодняшний момент в нашем проекте. Как только учителя будут готовы делиться вот так открыто и приглашать вас на свои уроки, мы, конечно же, это организуем. Сейчас у нас есть запись. У нас есть запись отснятого урока по математике, разделенного на этапы урока, и ее можно смотреть, можно на нее опираться, но вы понимаете, что любая запись – это постановочный урок, то есть это урок, который специально приехали и отсняли. Да, это реальный класс, это реальный учитель, и это не какой-то там написанный сценарий, выученный по бумажке, но, тем не менее, это уже не живой процесс, о котором вы нас спрашиваете. И пока мы не придумали других способов, как продемонстрировать этот опыт, кроме как поработать с учителями и предложить вам самим же возможность вот такого открытого обмена опытом посредством сети интернет, посредством онлайн. И как только у нас такая возможность будет, мы будем ей с вами делиться и вас приглашать. Ссылку на запись урока математики, если она нужна и кто-то не знает, где посмотреть, я сейчас прикреплю в чате, и вы сможете по ней перейти и посмотреть, ну, конкретный пример. Но, в принципе, то, о чем сегодня говорила Елена Аркадьевна, она как раз тоже прошлась по модулю истории целиком, и весь этот, ну, по сути, свой собственный опыт, да, постаралась вам донести и показать, как она использует те или иные элементы ПМО на уроке истории. Ну, видимо, все-таки какие-то проблемы у Игоря Петровича, у Игоря Сергеевича, он к нам не может переподключиться, поэтому я думаю, что мы будем нашу сегодняшнюю встречу с вами завершать. Еще раз хочу обратить ваше внимание о том, что вот сейчас мы будем проектировать наши встречи, исходя из ваших запросов, потому что мы считаем, что те учителя, которые рискнули, которые нашли в себе силы, нашли в себе, для себя время, возможно, где-то в ущерб какому-то личному времени, и начали осваивать новую методологию и пробовать новый инструмент, это действительно лидеры в образовании, и кроме каких-то
весомых спикеров и экспертов, мы очень хотим приглашать вас в диалог и в совместное обсуждение того, что происходит у вас в вашей повседневной, рутинной, возможно, для кого-то, да, но мне кажется, что у учителей не бывает рутинной работы, она всегда... Никогда невозможно представить, каким сегодня будет твой урок до конца. Он всегда разный в зависимости от того, что, с чем приходят дети, вообще как начинается сегодняшний день и так далее. И поэтому нам очень хочется вас приглашать к нам на встречи. А для этого мы, конечно, будем просить вас делиться с нами вашими запросами, вашими ожиданиями и, возможно, какими-то предложениями для того, чтобы наши встречи лидеров образования были действительно про нас с вами, про образование и про то, что сегодня происходит в нашей системе. Вот, да, вот у нас, видите, снова я вижу сообщения, которые прилетают в чат, и они не заканчиваются, они снова говорят о том, что очень хочется посмотреть практику. Это понятно, но вот я сейчас минут пять про это рассуждала, как показать вам практику, находясь в разных уголках страны. Все, что мы можем, мы, конечно, готовы делать и вам предлагать. Ссылку на видеоуроки я сейчас скину, как только закончил говорить. Нам очень важна обратная связь по сегодняшней встрече в том числе, поэтому сейчас у вас в чате появится ссылка на опрос обратной связи. Пожалуйста, проголосуйте, отнеситесь к тому, что и кого вы сегодня послушали. Для нас тоже это важно, и мы не перестаем меняться и не перестаем говорить о том, что мы очень вас ценим и уважаем, и стараемся быть вам максимально полезными. Для нас это не пустые слова и не какая-то формальность. Поэтому я буду с вами прощаться. Сейчас пришлю ссылочку на запись видеоуроков. И до новых встреч на наших с вами совместных встречах лидеров образования. Рада была тем, кто нашел сегодня целых 2 часа своего времени на то, чтобы послушать и пообщаться, позадавать свои вопросы. До новых встреч, коллеги!